Елотеровский музей внедряет театрализованные формы работы. Весь год здесь будет идти лекция «Спектакль «Жены». Она посвящена судьбам супруг декабристов на каторге. В ролях сотрудницы музея, и не исключено, что в будущем эта история тоже будет переосмыслена в драматическом ключе, говорят постановщики. На целый год у нас есть расписание этих спектаклей, и уже есть группы туристов, интересующихся темой декабристов, которые готовы к нам в течение года приезжать на эту работу. Ну и, естественно, мы горожан тоже приглашаем.